До нашої студії завітала сьогодні Альона Радкова, голова благодійного фонду. Доброго ранку, доброго вітаю ранку. Вас у нашій студії. Отже, перший у нас перший захід «Подарунок проти раку». Стань Святим Миколаєм для маленької дитини з раком. Да. Що взагалі, яка мета була цього? Ну, ціль цієї акції була поздравити дітей із онкогематології. Не только получились это дети с онкологией, потому что у нас объединенное объединение, и дети с гематологией, и дети с онкологией, их поздравить с Днем Святого Николая, да, и они писали нам письма. Это первый раз, когда мы именно в таком формате поздравляли наших детей, потому что, честно говоря, раньше мы переживали, мы понимали, какая это ответственность. Ребенок написал письмо Святому Николаю, он ждет, надеется, и мы переживали, вдруг мы не сможем выполнить их желание. Но в этом году дети стали писать письма, мы их стали на Facebook искать святых Николаев персональных для, под каждого ребенка. И я вам хочу сказать, мы выставляли заявку, и в этот же день находился Святой Николай. И мы очень быстро набрали, прошу прощения, 24 письма, да, и сколько было детей в отделении за полтора месяца примерно, и 24 святых Николая. Всего мы поздравили 27 деток. Ничего себе, да. Неимоверная акция, да. Просто. Поэтому огромное спасибо всем, кто принял участие в этой акции, каждому, потому что действительно на Facebook очень большой отклик был. Это были абсолютно иногда незнакомые люди. Я благодарю каждого, если вы видите этот эфир. Нам было очень приятно, что подключились родители деток, которые на данный момент борется с этим заболеванием, проходит лечение за границей. Подключились родители детей, к сожалению, которые не смогли побороть эту болезнь, но они откликнулись, да, и поздравляли других деток, стали святыми Николаями. Мы вам также благодарим вас. И вот, оказывается, в Николаеве очень много святых Николаев. Я скажу, в Миколаеве взагалі дуже багато небайдужих і щирих, да, людей, добрих. Скажіть, як часто, ну, як вже давно відбувається акція, чи це перший рік? Нет, детей мы на День Святого Николая поздравляем на протяжении 6 лет уже. Но это всегда мы приходили с подарками. А вот именно, чтобы детки писали, да, письма, що это первый раз. Так. Да, чтобы сами замовляли. И что наибольше замовляют? А вы знаете, были очень разные, дети разные, у нас в отделении дети от 4, от 5 месяцев на данный момент ребенку до совсем взрослых 18-летних детей, соответственно, и пожелания были у них разные, от шарикового пластилина до каких-то дорогих гаджетов. Но мы, честно я вам скажу, мы отсекали совсем дорогие подарки, то есть нам было важно, чтобы были примерно одинаковым. К шариковому пластилину мы добавляли уже от себя, но обязательно он присутствовал, да, потому что ребенок именно это хотел. Дети сладости иногда просили. Мягкие игрушки большие, селфи-палки. Боже, які сучасні діти, да, які подарунки, да, да, просять. Мені здається, я в їх році просила там ляльку якусь хоча б. Наушники, колонки. То есть все равно от возраста зависело. І маленькі діти, звісно, не просили. Машинки на пульті управління, какие-то лего особенных каких-то. Тобто, хто окрім небайдужих от з Фейсбуку, можливо, хтось якийсь ще відгукували, щось допомагали? Ну, були колективи небольших, да, частных предприятий, были исторический факультет, студенты откликнулись, и студенты-историки откликнулись, и студенты-реабилитологи откликнулись, вот это из студентов, а так это просто граждане были. Я ось бачу, що ви фотографували, у вас була акція, ви фотографували діток. Да. Як на це взагалі реагують батьки і діти взагалі зараз? Ну, наші діти знали, вони ж писали, вони розуміли. За день до цього, опять-таки, наш волонтер, дівчинка відкликнулась, принесла ёлку. Тобто, це було два дні проходило все, вона принесла ёлку, принесла ігрушки, украшення, з дітьми все це наряжалось. І ми все це в Фейсбуці
выставляли, поэтому дети нас очень уже ждали к 11 часам 19 числа. И родители тоже. Ну, нет, красивые фотографии. Почему? Это память, это праздник, это тоже такое волшебство. Так, батьки не проти, тільки нет, за. Абсолютно. А як довго відбувалася акція, ось збирали гроші, кошти, там подарунки, оце все? Чи швидко це відбулося, чи швидко відгукнулося? Быстро, быстро. Вся акція примерно полтора місяця у нас йшла. От ми письмо получали, виставляли, получали відклик. Письмо получали від ребенка, виставляли. Ми два рази в неділю знаходимося в відділенні, тому що у нас там школа, ми вміємо від нашого фонду психологічної підтримки раннього розвитку. І от, виходить, два рази в неділю ми виставляли письма. А що плануєте на наступний рік з цією акцією? Чи щось, може, якесь ще нововведення? Наверное, ми заранее будемо. Наверное, ми вже не будемо переживати насчет подарков более каких-то таких серйозних. Да, мы понимаем, что отклик обязательно будет, тем более об этой акции уже будут знать чуть заранее и опять выполним все пожелания. Мы отправляли, дети бывали в отделении, писали, а на 19 числа их в отделении не было. Поэтому мы рассылали им, старались, чтобы именно 19 числа они получили у себя дома этот подарок. Некоторые не могли отправить, дети и на следующий день получали, и вот... Поэтому... Я уявляю просто емоції, що батьків, що дітей, просто від таких подарунків, що дійсно існує Святий Миколай. Да. Наступна акція, я знаю, що ви будете проводити 13 січня благодійну ялинку. Да. Що це і яка мета, і де буде відбуватися? Это вторая наша такая благотворительная рождественская елка. Мы проводим ее традиционно в Русском драматическом театре. Ее основная цель – ввести инклюзию не только, да, в школы, да, и в учебные заведения, а и в позашкільне життя дітей з вадами. Мы, честно я вам скажу, против, да, отдельных елок для детей с особенностями, отдельных елок для многодетных детей, отдельных елок для детей участников АТО и отдельных елок для всех остальных деток. Угу. Мы считаем, что с воспитательной целью инклюзия сейчас очень поддерживается государством, это должны быть совместные елки. То есть на наших елках по пригласительным это дети с особенностями, это дети, поборовшие онкологию, очень важно, так как наш фонд в основном занимается этой категорией детей. В этом году очень много детей из многодетных семей и дети участников АТО, сироты. И покупают билеты родители просто обычных деток, которые хотят посетить нашу елку. Тем самым они делают благотворительный взнос. И вот получается такое замечательное мероприятие и с воспитательной целью, и с благотворительной целью. И просто это замечательное мероприятие, замечательный праздник. Я хочу сказать, что у нас одна из лучших елок в городе будет. А чему само 13 числа? Це перед старим новим годом? Це перед старим новим годом. Ну, звісно, нам треба було підстроїтися і під театр, щоб вони нам дали. По якій годині це буде? 13 часов. Тобто всім буде зручно завітати, да. Всі можуть придбати квитки просто? Тобто ми акцентуємо увагу, що це не тільки спектакль буде, хоча і спектакль дуже важливий. Це повномасштабна ёлка з дуже... активной анимационной программой до елки, с аквагримом, с ростовыми фигурами, с конкурсами, с хороводами, с подарками, да, потом детки идут на спектакль, поэтому приходите, обязательно приводите своих детей на нашу елку, тем более это можно так продлить, да, новогоднее настроение, аж до 13 числа детки опять окунуться в этот мир волшебства, сказки. Я взагалі скажу, існує таке, ну, не повір'я, не знаю, якась прикмета, що треба святкувати, от якщо Новий рік, 12 днів, тоді рік буде просто чудовим, як і день пожалуйста. Народження. Тому 13-го теж можна починати знову святкувати. Добре, окрім, можливо, російського театру, хто ще, можливо, допомагає зі сторони, ну, із небайдужих людей? Вы знаете, мы достаточно независимый фонд, и мы этим очень гордимся. Мы, нас не поддерживают очень такие мужья города, так скажем. Не поддерживают не потому, что они не хотят нас поддержать, потому что такова политика нашего фонда.
Нас поддерживают граждане, нас поддерживают предприятия николаевские, нас поддерживают частные предприниматели. Вот это вот все, мы уже работаем много лет, нас очень хорошо знают, нам очень доверяют, понимаете? Поэтому нас поддерживает население города, город, область. Добре, дякую вам. Давайте ще раз нагадаємо просто нашим телеглядачам, де як коли відбудеться ялинка, коли вони можуть завітати. Ёлка у нас пройдет 13 января в 13:00 в Русском драматическом академическом театре. Билеты вы можете приобрести в кассе театра. Пожалуйста, уточняйте, что именно на благотворительную ёлку. Тогда ваш взнос пойдет на благотворительность, на детскую онкогематологию. Вы можете найти нас на Facebook, хэштег «Все на ёлку» или хэштег «Сонечник». И там заказать билет, забронировать и взять его, где вам будет удобно. То есть мы под вас подстроимся. Обязательно приходите на нашу елку, приводите своих детей на нашу елку. Это очень важно, помогать другим и устроить праздник себе. Тобто буде весело і батькам, і діткам, да. І буде допомога. Дякуємо, що завітали до нашої студії, спасибо, поділилися цими заходами, просто розказали. Я думаю, це чудово, що ви робите, просто допомагаєте таким діткам робити їх життя кращим.